Ну что же, будучи стабильной складной полочкой, назовем ее так, она превратится в портативный лайтбокс. Одну полку я уже вырезал. Таким образом, площадь увеличилась на 2 сантиметра. Вот эту часть я вошью вот сюда вот. С внутренней стороны будет с отдельным выключателем подсветка для освещения камней, допустим, в кольцах лабрадор, лунник. Это жизненно необходимая им отдельная подсветка. А вот эту вот верхнюю часть сделаем вот сюда, вот, чтобы она закрывалась, когда, допустим, какой-то, ну, стандартно маленькое украшение. То есть, чтобы лишний свет не уходил, будем перекрывать вот так вот. Здесь будет площадь съемки. Вот и все. Потому что заметно, что вот прикрываю, свет будет изнутри, будет немножко сохраняться. И, соответственно, наверное, придется, чтобы не резать уж много сильно ленту, скорее всего, наверное, пущу ее вертикально. А здесь напротив горизонтально, здесь вертикально. Посмотрим, что из этого выйдет. Тут будет закрываться, очевидно, лист ватмана белый. То есть вот так вот поперек, потому что лист железа, крашеный, алюминиевый, не оправдал себя, краска быстро стирается. Поэтому вот как-то так вот. Уже приобретена лампа кольцо. Как раз специально вот сюда вот будет поставиться она напротив. Это все компактно висит на гордине. Гордину усили завтра, и все. Ничего не мешает. Полочки будут использоваться для каких-то элементов съемок, каких-то деталей, веточки, палочки, камни, стекла, какие-то декоративные штучки, скажем так. Почему нет? Мне кажется, вполне реально все. Посмотрим, как себя в деле покажет. Должно работать. Должно. Всем пока. В первичных случаях это, конечно же, всегда план, идея, план. Вот такая вот зарисовка у меня появилась, когда ночью не спалось. Что будет дальше, вы увидите в скором времени. Тут все примерно, тут все предположительно, просто-напросто. Но. На то она идея, чтобы рождаться, расти и перевоплощаться. Ну вот, значит, пошел второй этап. Решил не мучиться с фанерой, а просто взял старые потолочные пластиковые пластины и вырезал их по форме и обклеил фольгой. Сейчас буду заниматься вот диодной лентой. То есть диодную ленту уже размечаю. Да, фольга тощая, обычная пищевая. Ну, я подумал, какого хрена? И так сойдет. Наверное, буду клеить вот, скорее всего, по 3-4 ряда. То есть так, вот таким макаром. Вот здесь двухсторонний скотч, здесь скотча нету. Соответственно, там без скотч буду их приклеивать. Все-таки хоть какое-то отражение, хоть какое-то поглощение тепла должно происходить, как ни крути. Надеюсь на это. Ну, вот сейчас будет разрезка пайка, плюс надо будет старый лайтбокс малость разобрать, кое-что там подкорректировать. В общем, как-то так вот. Вот, значит, сейчас самый что ни на есть процесс пайки. Пайка. Диодная лента море здесь. Наверное, 4 метра мне. Половину зато подарили. Вот фольга. Вот лента. Ну, не знаю, насколько она будет нагреваться, конечно. Как там, что. Ну, на крайний случай что-нибудь придумаю для фиксации. На те же термосопли, как я вот концевики фиксирую и защищаю. От замыкания. В итоге соединил, две стенки будут одним выключателем контролироваться, а верх будет другим. И вот эта вот передняя панелька третьим выключателем. И все вместе, конечно, можно будет яркость убавлять-добавлять. Посмотрим, что получится. Как-то так. Ну что же, а вот, в общем-то, и результат. То, что у меня в итоге получилось. Получилось то, что я и планировал. Ну, вот не считая вот это вот экономию на вставках картонных от производителя, большой минус. И даже экономия настолько, что здесь вроде как картон, а здесь пожалели, просто полоску вставили. Ну, в общем-то, что сказать. Получилось то, что хотел сделать. Получается, смысл в чем? Это были вот такие складные портативные полки. Одну из них я вырезал. Она пошла вот на такую вот заглушку.
закрывашку, когда, допустим, нужно что-то крупное поставить, допустим, в моем случае бывают какие-то сувениры, вазы, я ее просто отгибаю, все, чик, оно все открыто. Здесь наглухо, я прямо степлером приделал, да и все, не заморачиваться. Ну, сюда я еще ставлю лист ватмана какой-нибудь, белый фон, чтобы он был. Посмотрим, что найду, что под руки попадется. Пока весь, так сказать, пульт управления собрал все в тот же корпус. Надо вот только задницу еще у него заделать. Ну, не знаю, в магазине электрики подберу, что нет. То есть, вот. Блок. Пока вот через такой удлинитель поставил. Хочу провод просто нарастить, чтобы не заморачиваться. Ну, тут не знаю, какой. Какой-то блок. Уже он у меня 100 лет лежит. Made in China. Ну, смысл в чем? Вот, в общем-то. Включаем. Идет плавная регулировка яркости. Вот максимум. Вот эта панелька. Если она не нужна, вырубаем. Она именно для засветки камней, сиризации, кристаллов и так далее. Какие часто в моей деятельности встречаются. Вот. Здесь я соединил, поскольку тут уже софтбокса нет, здесь потолок. Я их соединил таким образом. Верх отдельно. Ой, пардон, извиняюсь, стены отдельно. Мне вообще через камеру не видно белый свет. И вверх отдельно. Можно вообще выключить, остается только вот эта часть. Ну, что-то такое можно романтичное запустить. Вот без всего. Вот с подсветкой. Вот только стенки. А вот только потолок. Ну, то есть вот для сравнения со стенками. Ну, то есть как-то так. Яркость можно тоже уменьшать, фиксировать. Если вот даже по фону смотреть. Камера сама, похоже, настраивается. Ну, в общем, вот такая вот беда получилась. Меня устраивает тем, что оно висит, во-первых. Оно не стоит, где не нужно. Оно компактно. Это первое. Второе. Появилась вот такая вот штука, который я планирую вот устанавливать вот на эту вот тумбу. Ага, сейчас не влезет, потолки не дают. Вот, получается, смысл в чем. Это у меня будет, собственно говоря, и штатив. Да, вот он прямо почти что подходит. Надо еще уменьшить высоту. Так. Ну вот, значит, ага, ну здесь, блин, ладно, не буду сейчас тратить время. Ну, смысл в том, что вот по плану у меня оно будет стоять здесь, нигде не валяется, ничего не мешается. Высоту подрегулирую, и можно будет спокойно фотографировать, допустим, сразу со штатива. Хотя я это редко использую. Это в основном для модели. Вот сегодня будем пробовать модельную съемку. А так получается вот такая вот фишечка. Вот эти полки я планирую вот использовать под элементы фона. Под задний фон. Поскольку я сделал вставки из потолков, обтянул их фольгой на двухсторонний скотч. Не знаю, посмотрим, насколько это хватит при длительной работе. Время покажет. Здесь, получается, полка невольно появилась, окрепшая, скажем так. То есть она не продавится. Конечно, если я буду вот сюда эту тяжесть ставить, вот оно что. Спасибо производителю. Ну ладно, там будет что-то легкое. Может быть, даже там какие-то фоны буду хранить. Но факт в том, что все компактно, и это я могу перенести в любое удобное место. Вот и все. Поэтому рекомендую попробовать, почему нет. Посмотрю насчет вот идеи вот именно сразу напрямую диодной ленты. Если вдруг что-то мне не понравится, я уже пробные съемки сделал, то, конечно, ее можно белым фоном также затянуть. Ну, я думаю, у меня лет 8 назад был тоже вообще маленький лайтбокс такого плана из диодной ленты, и фотки получались отпадные, потому что цель именно для украшения. Это не просто предметная съемка, это предметная съемка, где нужно выявить всю красоту камня. Для этого мне и нужна вот эта вот подсветочка. Я даже не поленюсь, сейчас покажу. То есть вот, допустим, как бы его подпереть-то. У него смысл в том, что это вот беломорит, то есть тот же лунный камень. У него нужно, во-первых, его нужно поставить, соответственно, чтобы он всю красоту-то иризацию показал. Дальше будет видно. Ну вот он уже видно, что иризирует, светится и так далее.
Да, вот я забыл, я одно еще что не доделал, это вот на эти вот ленты нужно однозначно сделать белый фон, для того, чтобы он не отражался, вот эта лента не отражалась в камень, потому что это некрасиво. Да, вот про это я что-то забыл, поэтому сейчас, наверное, займусь этим. Но я думаю, суть всем ясна. Пробуйте, делайте, кому интересно, ставьте лайки. У кого какие-то советы, рекомендации будут, пожалуйста, с удовольствием выслушаю, потому что я просто-напросто любитель, я не какой-то там профессионал-фотограф, у меня вот задача есть фотографировать украшения, я вот для этого и сделал, все, как бы вот так вот. Ну и в заключение, приложив вот простую пергаментную бумагу для выпечки, можно уже увидеть, не знаю, она, наверное, синит сильно, но можно уже увидеть, вот как влияет, в общем-то, свет на камни. Выключил. Ни патину, ни свет не увидите. То есть сейчас уже ленту в камне она не отражается. Будет отражаться, наверное, только вот боковая. А если мы ставим точно по центру, вот смотрите. То есть камень не засвечивается, мы его не видим. И патина в том числе теряется. А с этим вот мы видим, что ага, это серебро, синяя патина. И камень обалденный просто. В общем, вот так вот. Возможно, затяну пергамент на все вот эти вот стенки. Может быть. А может быть и нет. Посмотрим. Ну, пока все устраивает. Блок я удлинил, провод, чтобы напрямую включаться в сеть. С этим еще закончу. И все. Извиняюсь, у меня тут на связи коллеги. Поэтому всем пока-пока.